Британские исследователи научили овец различать лица людей. В ходе эксперимента ученые Кембриджского университета надеются лучше понять природу нейродегенеративных заболеваний. В специально оборудованном отсеке овцам показывали фотографии людей на двух экранах. С одной стороны – фото неизвестного человека, а с другой – один из четырех портретов знаменитости. Животное получало пищу, если выбирало фото известных людей. К концу эксперимента овцы научились различать лица в 8 случаях из 10.